Ну а пока Трамп и его оппоненты выясняют отношения, самые опытные политические игроки в Соединенных Штатах уже готовятся к следующим президентским выборам. Вот как, например, Джо Байден, экс-вице-президент и, кстати, большой друг Украины. По данным одной из самых влиятельных американских газет, «Нью-Йорк Таймс», уже на следующей неделе Байден готовится объявить о создании комитета политических действий. Это такой вид политических организаций, которые собирают частные пожертвования, а затем уже тратят деньги на избирательные кампании. По мнению журналистов, такой шаг Байдена может свидетельствовать о том, что он рассматривает возможность участия в следующих президентских выборах.